Чувашии более 2000 крестьянских фермерских хозяйств. Наибольшее их количество насчитывается в Батыревском, Козловском, Чебоксарском, Комсомольском, Ядринском районах. А меры государственной поддержки аграриев республики в нашем сюжете. Сельхозтоваропроизводителям республики уже перечислено более 400 миллионов рублей господдержки. Это более 18% от годового плана. В ближайшее время аграрии получат поддержку в области растениеводства, средства на возмещение части затрат, связанных с производством молока, и на компенсацию приобретения элитных семян. В этом году появились новые формы поддержки. Например, такие как борьба с борщевиком. Тоже деньги доведены. Задача районов в ближайшее время объявить конкурсы, найти подрядчика и начать бороться с этим борщевиком. Кроме этого, с этого года заведена новая форма поддержки и начали мы субсидировать затраты на покупку техники, оборудования для переработки молока, для переработки мяса, овощей и картофеля. Это тоже для нашего региона новые направления. Кроме этого, в ближайшее время, после 23 апреля, будет объявлен конкурс на грантовую поддержку малых форм хозяйствования. Кроме того, Минсельхоз России одобрил для нашей республики 111 льготных кредитов, в том числе 45 инвестиционных и 66 краткосрочных. Инесса Потапова, Регина Кубайкина, Георгий Кривошеин, Республика.